Take one. Hey, I work on TV, I know. У нас Боб Хартли, я думаю, представлять его лишний раз не надо. Все мы понимаем, в какой ситуации сейчас находится «Авангард». Закончили неудачно серию матчей. И было, скажем так, неожиданно увидеть, что представитель совета директоров Александр Крылов, правда, в Инстаграме своей гоночной команды высказал поддержку вам, команде, призвал чуть-чуть вообще успокоиться и относиться чуть терпимее к этой серии неудач. Это 5 поражений в последних 6 матчах, 3 последние. Для вас стало неожиданностью, что именно таким образом вас Крылов поддержал? Совсем нет. Александр переживает за «Авангард» со всей страстью. Он хочет выстроить успешную организацию на всех уровнях, начиная с Академии в Омске. Крылов делает для этого все. Посмотрите на ЦСКА, который обыграл нас в финале 2 года назад. Для того, чтобы завоевать титул, армейская команда прошла путь длиной в 5-6 лет, чтобы подобрать подходящих игроков, тренеров и менеджеров на всех позициях. Крылов не только наш босс, но и лучший союзник, который дает нам все необходимые компоненты для того, чтобы стать успешным. У нас общая цель – выиграть Кубок Гагарина в борьбе с еще 22 командами. Но все-таки есть у вас за что покритиковать. И имею в виду, что даже не то, что вы проиграли в плотной борьбе, а каждый раз происходили похожие вещи. Вы ведете в счете, а потом что-то происходит. Разные соперники, они разные по стилю, разные по составу, но в целом это складывается в не очень хорошую тенденцию. Я говорил с одним из ваших игроков, он сказал, что это вопрос психологии в первую очередь. Как вы сами считаете, вот эти последние удачи, с чем они в первую очередь связаны? Один важный момент, над которым мы работаем, результаты команды в овертаймах. Они несправедливы по отношению к игрокам, которые своей работой заслуживают больше. То чужие вратари творят невероятное, то чужие нападающие забивают сумасшедшие голы. В овертайме в формате 3 на 3 это как подбрасывание монеты. Достаточно одного шанса, чтобы все решить. Мы всем тренерским штабом пересматриваем игры на следующий день, разбирая действия каждого хоккеиста и анализируя голевые моменты и нашей команды, и противника. Нам нравится тот хоккей, который показывает «Авангард». С начала чемпионата мы потерпели всего 4 поражения в основное время. Ценные очки в овертаймах были потеряны, но эту проблему команда постарается решить. То есть вы не считаете, что вашу команду, говоря именно североамериканским языком, перерабатывают соперники? То есть, может быть, вам здесь не хватает или не видите в этом проблему? Мне нравится отношение игроков к своим обязанностям. У нас не самая большая команда с точки зрения габаритов, но каждый демонстрирует высокую самоотдачу. По работе претензий нет. И мне нравится то место, на котором сейчас находится «Авангард» после 3-го чемпионата. В таблицах обеих конференций очень плотная борьба лидеров. Введение жесткого потолка зарплат сделало лигу более сбалансированной. Все команды бьются. Куньлунь берет очки в Санкт-Петербурге. Были примеры, когда команды побеждают, проигрывая по ходу матча 0-3 и 1-4. Болельщики от этого только в большом плюсе. КХЛ – лига с отличным уровнем хоккея. И как бы нам не хотелось занять место как можно выше в регулярном чемпионате, но главное – хорошо подготовиться к старту плей-офф. Какие у вас отношения с генеральным менеджером Волковым? Вот я с ним встречался летом и общались, он сказал, что вы зарубили несколько кандидатов, которые он предложил, и он считал, что это прям вот хорошее, а Боб сказал, что нет и нет. Сейчас какой у вас контакт? Вы какие-то ищете, может быть, моменты, обсуждаете с ним? В первый же день после его назначения мы плотно пообщались по фейстайму. Я и самому Алексею, и Александру Крылову уже сказал, что мне нравится, как работает генеральный менеджер. Со знанием дела, спокойно. И он уже многого добился для человека своего возраста, оказавшись на такой должности и в таком клубе. Мы с ним друзья и партнеры, уважающие друг друга. Волков спокоен, никогда не паникует. С ним легко находить общий язык. А что касается игроков, которые были отвергнуты, то мы с Алексеем плотно общались по каждому кандидату, определяя, кто нам нужен в первую очередь. По большому счету, нынешний «Авангард» строится всего 2 года. Во время сборов мы поймались с тренерами себя на мысли, что у нас появилось 14 новых игроков, которые пришли за это время. Каждый хочет как можно скорее выиграть Кубок Гагарина. Но в один момент этого не добьешься. Это долгий процесс, как со строительством Омской арены. Котлован, фундамент, стены, крыши. Чемпионскую команду нельзя сделать за неделю или после 5-6 шагов. У меня есть вопрос по защитникам. Не кажется ли вам, что нужен еще один опытный игрок? И конкретно вопрос по Соловьеву. Он есть с командой, но, по-моему, он ни одного матча не провел. А какой смысл его пребывания? Вот. Человек достаточно опытный, ему 26 лет, по-моему, уже. Он не играет. Я хотел просто узнать, что с ним не так.
Мы с ним общаемся каждый день. Я доволен его отношением к делу. Всегда напоминаю ему о ситуации с Алексеем Бондаревым. Мой дебютный год работы в «Авангарде». Он сыграл при мне свой первый матч только ближе к концу декабря. Но к плей-офф Бондарев уже входил в число наших 4 лучших защитников. В настоящий момент нас устраивает костяк обороны. Соловьев получается лишним, поэтому мы и отправили его за практикой в ВХЛ. Я небольшой поклонник ротации. В таких условиях игроки основного состава теряют тонус. И каждый раз, когда надо кого-то заменить, то принимаем решение после обсуждения всем штабом. К Соловьеву нет претензий, и когда им выпадет возможность сыграть, то я более чем уверен, что он будет готов, как когда-то Бондарев. Надо уметь ждать своего шанса. Каблуков, Комаров, Грицюк находятся в такой же ситуации. Это нормально, ведь наша обойма состоит из 25-26 человек, и кто-то должен быть в запасе. С первого дня, как я начал работать главным тренером в 1997 году, то сразу сказал, что мне нужны 20 игроков, два из них вратаря, при условии, что все здоровы. Здоровы, этого достаточно. Каждый при деле играет и доволен этим обстоятельством, а не сидит на трибуне. Но бывают травмы и болезни, поэтому нельзя обойтись минимальным количеством игроков. Понятно, что Волков, как и любой менеджер, думает о том, как сделать свою команду лучше. Пока я доволен тем, что у нас есть. Можем ли мы быть лучше? Конечно. Чистяков играет мало, это связано с тем, что он молодой, может быть, где-то он эмоционально подустал, стал ошибаться. Просто смотрел игровое время, у него там 6, 7, 8, 4 с чем-то. Он провел тренировочный лагерь средний, но когда у команды появлялись проблемы с защитниками, то заиграл здорово. Это одна из причин, почему «Авангард» хорошо выглядит в начале чемпионата. Молодым игрокам свойственны перепады. Чинахов после того, как его задрафтовали в начале октября, просел в нескольких играх. То же самое можно сказать и про Амирова в Уфе. Это совсем еще молодые ребята, которые быстро устают физически и ментально. Переход от МХЛ в КХЛ – большой скачок для каждого из них. Наша задача – научить молодежь нужным деталям и помочь ей в развитии. Ветераны тоже делают свою работу в данном плане. Много и в прошлом году поговорили про Чинахова с Грицуком, а моим многим коллегам казалось, что Грицук ближе к основе, чем Чинахов. Но я, правда, был другого мнения, мне Чинахов нравился больше. Почему у Чинахова получилось так хорошо зайти, а Грицук пока не может себя проявить на уровне КХЛ? Я был бы не прочь увидеть в тренировочном лагере Чинахова еще год назад, но получил его в свое полное распоряжение только этим летом. Грицюк по сравнению с тем, что было год назад, совершенно другой игрок. Как небо и земля. Он повзрослел, окреп физически. На предсезонке свои шансы в разных ситуациях получили все молодые ребята. Контрольные матчи, в моем понимании, не для того, чтобы побеждать. Они помогают оценить возможности игроков, их сильные и слабые стороны. К концу тренировочного лагеря мнение всего тренерского штаба было единодушным. Чинахов был лучше Грицука. Хотя у меня нет сомнений в том, что Грицюк уже в ближайшем будущем станет очень хорошим игроком на уровне КХЛ. Ему надо чуть больше времени и терпения. Про Чинахова столько много говорят и за океаном, где его неожиданно выбрали в первом раунде. Сейчас он ассистент капитана в сборной, который поедет потенциально один из лидеров молодежной сборной на чемпионате мира. Он справится с этим всем, потому что 2 месяца назад никто не ожидал, что он способен на такие вещи. И тут сразу столько на него всего обрушилось, много, и в первую очередь, наверное, психологический момент. Одна из положительных черт Чинахова – его зрелость. Он умеет сохранить хладнокровие и знает, что надо делать для того, чтобы быть успешным. За время своей карьеры я повидал много молодых ребят, не сумевших закрепиться в НХЛ и КХЛ. Кто-то был таким же талантливым или менее одаренным. Полно тех, кто не осознает, что такое быть профессионалом. Играть против сверстников, а потом выходить с 35-летними мужиками – большая разница. Не каждый может к этому адаптироваться. У нас выходной, но Чинахов заходит в офис, здоровается и потом идет в тренажер. Зал. Он никогда не позволяет себе проводить дни без дела. Это редкое качество для молодого игрока. Обычно ребята думают, что им надо отдохнуть. Чинахов не такой. Он отлично понимает игру и показывает невероятный прогресс в разных аспектах игры. До драфта я был удивлен количеством звонков от клубов НХЛ по поводу Чинахова. Талантов в возрасте 18-22 лет хватает, но далеко не каждый понимает свое место в хоккее. Надо уметь делать разные вещи на площадке. Это касается действий как с шайбой, так и без нее. У Чинахова это есть. Не сомневаюсь, что он будет одним из лидеров сборной России. Боб, один вопрос меня не отпускает. Я специально посмотрел сегодня
эпизод из вашей НХЛовской карьеры, когда был матч против Ванкувера и Джона Тартареллы, когда выпустили с первых секунд Тавгаев. А почему не дает покоя? То есть вы человек, готовый к решительным поступкам. Когда Панин атаковал Шумакова, мне показалось, что команда должна была как-то на это отреагировать. Не обязательно бегать за Паниным, но показать, что наших лидеров нельзя обижать. И вот я со стороны это не увидел. И глядя на вас, на тренера, которого я видел в НХЛ, такие вещи не прощал. Почему здесь Панин остался вообще безнаказанным? Для меня это до сих пор, вот я удивлен и не понимаю. Со скамейки нам всем показалось, что Шумаков сам въехал в ворота. Прием со стороны Панина в подробностях мы разглядеть не смогли. Это только потом стало понятно после видеоповтора. Реакция наших игроков, находившихся на льду, тоже понятна. Там не было больших, крепких парней. У нас вообще не такая габаритная команда. На тот момент мы уступали, кажется, в одну шайбу. Что нам было делать? Нельзя совершать глупость и проигрывать матч. И тогда на скамейке никто не завелся и не разозлился, поскольку оценили этот эпизод как игровой. После матча, когда есть возможность спокойно пересмотреть эпизод, реакция была уже другой. Я тогда не скрывал, что, по моему мнению, это ужасный удар в голову. Нападение, кроме Секыча и не всегда проходящего в состав Костина, оно небольшое по габаритам. Не хватает мощи, где-то, может быть, забивать грязные голы. То есть все хорошие техничные ребята, и Толчинский, и Шумаков, и Якупов, и Семенов, и Зернов. Но не хватает габаритов. Это может быть проблемой, например, в кубковых матчах, где надо лезть на пятак, не знаю, толкаться с защитниками. Вы чувствуете, что это действительно, если оценивать применительно кубковую перспективу, может стать проблемой для вашей команды? Небольшие габариты нападения. Мне нравится нынешняя команда. Волков, как генеральный менеджер, начал работать над ее строительством только в апреле. Есть большая разница, когда оцениваешь игроков, находясь изнутри и со стороны. Волков каждый день думает над тем, как сделать команду сильнее. Нам надо стать крупнее, но, к сожалению, нет каталога, из которого мы могли бы легко выбрать себе пару-тройку нужных игроков. Это так не работает. Нужно время. Вспомните, что было всего 2 года назад, когда команда осталась без арены и своего дома. С тех пор столько всего произошло положительного в клубной системе. Хотя остаются и проблемы. Новый дворец только строится, и нет своей команды в ВХЛ. Будет вопрос про Толчинского. Надо сказать, позитивно. Парень раскрылся, играет здорово. Наверное, так в жизни он никогда не играл. На ваш взгляд, в чем его сильная сторона? За счет чего он настолько эффективен в ЦСКА? Он не был настолько стабилен и эффективен, я бы даже сказал. Он особенный игрок, который сам ставит перед собой большие цели. Толчинский хочет быть победителем и определяющим нападающим в команде. При этом Сергею все время хочется научиться чему-то новому. Мы с ним хорошо общаемся, изучаем совместную игру по видео и хотим сделать его еще лучше. Он хороший партнер для своих товарищей по команде и хочет побеждать, выходя на каждую смену. В прошлом году открытием чемпионата стал Семенов, его приглашали в сборную. Сейчас есть большая разница между прошлогодним Семеном и нынешним. Что с ним происходит не так, на ваш взгляд? Семе нужно немного удачи. Дело ведь не только в голах. Он делает массу важных вещей. Например, является важной частью наших бригад меньшинства. Очень хорош на вбрасывании. И если оценивать его игру в целом, то он прибавил. Статистика не отражает той пользы, которую он приносит команде. Многие НХЛовцы, они приезжают сюда на какое-то время. Например, Джо Тортон играет в Швейцарии. У вас не было мысли, вообще нужно ли на 2 месяца позвать, например, Ковальчука или Михеева поиграть за авангард? Это имеет смысл или нет, на ваш взгляд? Мы разговаривали на эту тему с Микки. Он лучший из тех, с кем я работал в авангарде. Совершенный игрок. Отношение к делу. Действия в атаке и обороне. Скорость, габариты, желание побеждать. Со своей стороны ему ничего не предлагал, поскольку это не моя работа. Он мой друг, и мы с ним были постоянно на связи в течение сезона. Уважаю его решение. Михеев боится получить травму. Он здорово дебютировал в НХЛ. Потом у него был порез руки, из-за которого ему пришлось пропустить много времени. Я хотел бы увидеть его в авангарде, но тут соглашусь с позицией Михеева. И как тренер предпочту все-таки работать с командой, которая в этом же составе начнет и плей-офф, чем звать игроков, которые в декабре или январе уедут. Тогда придется снова обращаться к тем, кого задвинул на вторые роли. Сейчас я уверен в нашей команде. У вас много игроков, у которых не получилось в НХЛ, хотя они были талантливы. Это Якупов,
это Хохлачев, это Толчинский, это сейчас Костин. Вы их видите непосредственно здесь в процессе работы. На ваш взгляд, что им помешало заиграть там? Может быть, чего-то им не хватает? Мы же никогда не можем оценить, как вы их держите в руках, как у нас любят тренеры говорить. Я называю такие вещи тайнами. Надо находиться и по другую сторону. Мы с Якуповым были в разных лагерях во время битвы за Альберту. Всегда воспринимал его как врага и не видел в повседневной жизни. На тренировках, в зале, в отношениях с тренерами. Я никогда не стремлюсь оценивать игроков и людей, не узнав их поближе. Этому меня научили родители. Не важно, что говорят другие. Надо понять самому. В авангарде все начинают с чистого листа. Вопрос про Костина. Он был лидер молодежной сборной. Два сезона, то есть два чемпионата мира. Был очень талантливым игроком, считался. Сейчас видим, что у него есть проблемы адаптироваться, вернуться на тот уровень, от которого от него вообще не то, что он показывает, от него ждут. В чем, на ваш взгляд, основная вот сейчас проблема, что ему пока не удается быть эффективным? Я много с кем говорил о нем. У него хорошие данные, габариты. Но сейчас ему нужно время. Костин должен найти правильную для себя роль и понять, что необходимо делать для успеха. Вокруг него слишком много игроков, на которых он хочет походить. Бросать как тот, пасовать как другой, действовать как третий. Надо найти что-то свое, чтобы стать эффективным в команде. Команда много индивидуально сильных нападающих, но забивает, наверное, она не так. То есть это не машина по забиванию голов, авангард. Хотя, наверное, мог бы и вам бы хотелось увидеть. Можно ли ждать в этом плане улучшений после паузы? Вы какие-то, может быть, коррективы сделаете именно в линии атаки? Может быть, как-то по-другому чуть игру будете строить? Нельзя сказать, что мы создаем мало моментов. Мне нравится, как играет команда, как двигает шайбу. Конечно, команда может действовать еще лучше. Удача и раскрепощенность в реализации необходимы. Спасибо. Thank you for your answers. Пожалуйста, друзья. Хорошо?